Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа, с вами Жека. Сегодня мы продолжаем играть в Руку Судьбы или Hand of Fate. И это уже на самом деле вроде бы шестое подземелье. И это значит, что нас ждет попоболь, сильнее попоболь, чем можно было бы ожидать. Итак, у нас бесконечный режим открылся, видать, когда проходишь почти что половину, бесконечный режим открывается. И это есть возможность теперь у нас бесконечно не по режимово, получается, не по приключениям, а бесконечно просто шастать по подземельям. Это довольно круто, мне нравится. Но мы занялись приключениями, так что не будем отвлекаться. Это шестой мир уже нас, и нас ждет кто-то здесь, Валет Чешуи. Это люди, люди ущелья, так, припасы, это люди... Опа, у нас два проклятия, блин, это не очень хорошо. Время перезарядки артефактов и оружия удвоено, ох, как плохо. В любом бою последний оставшийся в живых противник не может быть оглушен, и его атака не может быть прервана. Ага, это хреново. Я вам скажу честно, вам это хреново, ребят. Но в любом случае у нас люди чешуя. Какая чешуя? У нас люди амфибии. Да, пожалуйста, сбалансируй мне карты, но все равно я посмотрю. Что ты тут выкинул? Среднюю броню ты выкинул, да? Ну что, ледяная броня. Ну ладно, я согласен. Нет, я согласен. Что ты мне по... А, это... По стандартненькому из событий. Можно я выкину что-нибудь? Вот это выкину, можно, пожалуйста, и вот это выкину. То есть то, что я не знаю, по крайней мере, что это. И вот это еще выкину. Это я не могу выкинуть. Так. Крысы. Куча крыс. Крысы не очень. Блин, очень много крыс, которых я, кстати, и не могу выбросить, да? Что мне взамен надо взять? Река. Давай женщину мне. Хотя разгневанная. Можно не разгневанную, пожалуйста? Вот я игрок, хочу посмотреть, что это такое. И мне еще одну карту надо. Вот это, пожалуйста. Может, разгневанную выкинуть пока? Так, что у нас здесь? Парис дьяволом, старое кладбище. Куча новых карт, которые действительно, ну, интересно. Это реально интересно. А за эти карты я фишечку получу, если получится у меня. Ну давай, река. Ну это минус, может быть, боль. Она может очень сильно повлиять на нас. Встречи разные, выбор дьявола, битва, хищное растение, орел, переговоры. Переговоры вещь хорошая, нас очень сильно могут вознаградить в итоге. Да, так что, может, на это еду надо. Давай, да, переговоры возьмем, нас очень сильно вознаградить смогут. Ну что ж, я согласен с картами, да, я готов, так что понеслась. Символов, теперь начнется истинная игра. Снова замешивает у нас гейммастер проклятия и события в колоду, и посмотрим, как в этот раз он себя поведет. На самом деле, знаешь, я всегда как-то опасаюсь, да, когда он вот это вот... раскладывает, тусует, потому что, блин, ты реально не знаешь, рандом, такой рандом, ты реально не знаешь, что тебе попадется и что выпадет. Воин чешуи. Люди ящера, да. Так, что у нас есть? У нас сразу проклятие, два штуки уже, блин, вот это... Я понимаю, что он как бы нас улучшает, да, у нас уже не ржавый топор, а просто топор, но два проклятия, чувак, это как-то, ну, вначале, блин... Это как-то грустно. Надо будет между сериями все-таки заняться апгрейдом. Я все выхожу после каждой серии, когда записываю. Кстати, вот у нас еще один апгрейд нас ждет, да? Это какой-то скипетр или что-то... Или нет, это пупинчики на веревочке. Я не знаю, что это. В любом случае, давай. Что нас здесь ждет? Нас незнакомец в тени. На сцене появляется... Ага, и фишечку нам может... Приветствую, друг мой. Мне нужно подкрепиться. Согласиться... В обмен золота. Ну, еды, ну ладно, согласиться. Через несколько секунд он вас отпускает. Хватает вас, смыкает вам в шею, клинок через... Блин, и это нехорошо. Он нас здесь хп забрал. Но деньги дал, то есть это был вампир. Круто. Я не насытился, не желаешь забрать еще немного? То есть за деньги, за хп мы... Ну это вампир, это просто тупо вампир. За деньги он дал нам... за наши хп дал он нам деньги. Ну давай, ладно.
Да, еще 10 хп и еще 10 голды. Теперь эта фишка принадлежит тебе. Я надеюсь, я вампиризмом не заболею? Нет? Нет? Ну, просто интересно. Так, что это у нас? Останки героя. Паломничество герою. Процессию сюда выключится, слышишь, сохранит великий искатель приключений. К вам подходит священник. Забрать вещи героя. Ты это сделаешь, этот великий пал защиты. Так. Три города, чтобы завершить проход, похоронный обряд. Ну, забрать вещи героя. А я могу их ходить? Ладно, я заберу вещи героя. Так, родных. Назад. И клинок викинга. Это на 30 урона. Нажмите 1, чтобы вызвать ярость. Невозможно. Контратаку с этим оружием выполнять невозможно. Ну, он лучше нашего, так что я пока одену. И боль. Что это? Что такое боль? Это щит? Похоже на щит. Накладываю первую кнопку мыши. Ну, отражение и контратака. Ну, да. Наверное, он лучше нашего. Все-таки. Все? А, еще. Вау, заклинание. После 5 ходов игрок теряет 50%. I'm keen to see how you handle your disadvantages. Нет, фигово. У нас и так не дофига хп. И я... Возвращение героя. Но... Давай вот сюда и вот сюда. И это спуск по лестнице. Нет, я пока не хочу идти. Я хочу все-таки отдать, наверное, вот это. Возвращение героя. Да, я верну лучше его, потому что отдать меч... Не, ну, 50% хп, это как-то чересчур. Слушай, 50%, это если я потом не полечусь, он опять 50%, и опять. Слушай, я лучше отдам, мне такие уж хорошие вещи, да. Отдать щит, да, отдаю. Благословение. О, все. Ангел-хранитель после твоего получения карты... Да, а, первого получения. Угу. И все? А еще одна. Useful. Это хорошо, только вроде бы как нечисть нас не сопровождает. Ну и фишечку, конечно же, он нам отдает. Это круто, это благодарю. А если бы мы пожадничали? Меч не настолько хорош, чтобы жадничать, серьезно. Мне кажется, благословение намного круче нам дали. То есть как-то неравный обмен, это и так понятно, что я лучше бы отдал. Серьезно, невыгодно, вот вообще. Для меня... A ship at dock is worth nothing until it sails. И у нас тут лавка торговца. 32 монетки у нас, да? Давай посмотрим, что у тебя есть, торговец. Посмотрим, может, что вкусненькое, халявненькое нам предложат. За 32 монетки, конечно, ничего особого такого много я купить не смогу себе, но у нас есть щит дыхания спокойствия, который каждый третья встречена не требует пищи. Встреча, не карта. Ну, нет, как-то... Нет. Вот это что? Кольцо жизни. Кольцо игрок теряет все свои золотые и получает плюс один к максимальному здоровью за каждые 5 золотых, что... Пропадает при этой продаже. Ха. Ну, вообще-то прикольно, но подожди, а это сколько стоит? Да 45 монет стоит. Вкусно, слушай, максималочку увеличить, это вкусно. Да? Давай как куплю. Зачем ты это сделал? Подожди, я куплю, терпродам. Смотри, 10 голды. Продав это кольцо, игрок теряет все свое золото и получает плюс 1 к максимальному здоровью за каждые 5 золотых, что пропадают при этой продаже. Это если бы у нас было много золота. Ну, блин, это все равно невыгодно. За 100 голды мы получим всего лишь там понты, по сути. Вот за каждые 5 одно хп. То есть 50 голды это 10 хп плюс, ну да.
так-то 20. Ну, все равно, ну, прикольно, если пока подержим золото, кольцо. Вдруг у нас будет много денег, да? Кто знает? Я не знаю, посмотрим. Посмотрим. Так, следующая карта. И это дьявольский цирк. Снова дьявольский цирк. Мы уже такой встречали, но тем не менее нам он, смотри, готов дать фишечку, если мы далее участвуем. Так, смотри, огромный успех и огромный провал. Ну, 50% в общем-то. И в прошлый раз у нас был провал. Давай-ка огромный успех. И что я получаю взамен? Подтвердить. Так, тянуть заново. Подтвердить. Хорошо, огромный успех, далее. И еще раз, давай еще раз огромный успех, и будет у нас вообще все четенько и чепученько. Так, ну вот это, да? Успех, просто успех, нормально. А где был огромный? Огромный был вот здесь. И что? Карта снаряжения, одна карта снаряжения. Ну, нормально, неплохо, спасибо, хотя бы это, я увеличил свою скорость. Но, если бы у нас было огромное... Огромный успех мы получили на халяву. Ага, охота на крыс. Ну, это стандартненько. Это 4 крысы. Это ничего удивляться не нужно. Сразу сейчас идем сражаться. С крыс я денег не получу, конечно, очень жаль. Но, тем не менее, хотя бы это посражаемся. Такс. Так, валим их. Оп, вот этих надо фокусить, они же мерзкие. Вау, он что-то раскидался сильно, чересчур. Фокусить его. Готов. Добили щитом чисто. Что-то он вообще раскидался своими принадлежностями-то. Мне не понравилось лично. Так, ну карта пищи. 3 еды, мало, ну ладно, хотя бы сойдет. Хотя бы так сойдет. Побед вглубь леса. Конечно же, идем дальше. Да-да-да. У нас нет денег на еду. Хотя бы вот классно было еду накупить. Вот серьезно. Лучше бы, мне кажется, еду накупить. Ущелье покойника. Что это? Это что-то новенькое. Такого не было. Карта монстра выпадает. Ну, это типа засады, усиленные 2 человека. Ну, чуть-чуть усиленные, типа. Ну, посмотрим. Да, давай. Это вроде бы не вольты. Это просто человеки. Ой, это не человеки, это черепы, да. Так. Не, против двоих классно. Ой, от этого не уйдешь. И мы его четенько так добили. На нас маска. Забавная масочка, которая увеличивает скорость бега нашего. Так, ну ты, я смотрю, не очень доволен, да? 3 карты добычи, это еда, это шикарно, это снаряжение, какого? Кольцо лекаря при каждом лечении игрок также получает себе золото, не действует, если игрок изначально полон здоровья. Я так понимаю, мы много колец можем одеть, да? 10 еды еще, шикарно. Просто восхитительно. Покажи мне кольца, как тут действовать вообще. А, тут много кольца, ну, 10-то пальцев у нас. Может, еще на ногах поносить-то можно, я не в курсе, но все равно круто. Так, напомни мне, что у нас 2 благословения и 2 проклятия. Время перезарядки артефактов удвоено. И этот нельзя оглушить последнего, да, и увернуться. Точно, это же был последний удар, его нельзя было контратаковать, я и забыл совершенно. Снова охота на крыс, их тут будет 3 карты. 6 крыс, это прикольно. Ну, не очень, но прикольно. Давайте. Так, мочим их. Опа, это не последний был, я не смог увернуться от него. На. Бум! На! Так, это последний, от него я не увернусь. Не, точнее, не увернусь, а контратаку не смогу сделать. Нам просто остается перепрыгивать и пытаться убить его чисто своими силами. Но, тем не менее, мы добили, и это круто. По глазам вижу, что он не очень доволен этому, но мы побеждаем. Ничего он нам не дал.
Мы прошли с чистой... ну, блин. Хреново. Чё? Денег нету. Нет, я не хотел заходить. Я не хотел заходить, у нас все равно денег нету. Да каждые 5 золота там всему максималочка-то добавляется, так что... Можно я просто сразу уйду? Да. Зря заходил. Так, давай. Местная крестьянка. Она нам, по идее, если мы ей дадим еды... Ну, давай 5 еды ей дадим. Хотя... Она нам ничего не расскажет. Давай одну еду дадим. И она просто раскрыла. Ну, я знал, ну, толку от нее. Ну, просто одну еду дал, потому что могу. Нет, я ухожу, спасибо, я ухожу. Мимо пройти. У нас недостаточно денег. Можем одну хп себе добавить, но... Не вижу в этом смысла. Не такой уж это и большой плюс одно хп добавить. Борьба с людьми-крысами. То есть это ты за 50 голды предлагаешь, но у меня нету. У меня нету отказаться, нет, да. У меня нет 50 голды. Было бы, я бы лучше на хп спустил. А рынок. Что за рынок? Что это дает нас? Ярмарка у нас, значит, здесь, да? Продать половину продуктов, оставить всю еду себе, попытаться украсть еду на рынке. Это может быть чревато хпшечкой. Да, но это рандом. Видишь, я могу половину еды продать. У нас останется 7 еды. Может случиться так, что я не смогу себе купить. Давай лучше попытаемся украсть. Далее. И, ох, ё-моё, лучше бы я не пытался. Лучше бы я оставил еду себе. Твою мать, провал. Я смотрю, у меня могут отобрать еду. И успех. Ох, твою мать, как на меня-то повезло. Подтверди. Да, конечно же, успех. Это же успех. Это же просто успех. Следующий дает вам две карты добычи еды. О, спасибо. Лучше я две... Лучше я украду, да? Ну... Я мог бы другой сделать, ну да ладно. Алтарь. Чё, благословение Wimsy какое-то мне дадут? Бафик? Хотите ли вы помолчать, помолиться у алтаря? Да, давай помолимся. Успех, успех, страшный провал. Но это может быть демон какой-нибудь. Вызовем демона. Не так, чуть-чуть слова скажем. И это страшный провал. А я удачник, слушай. А тянуть заново, можно я потяну заново? Можно я потяну заново? И... Успех. Фух. Да круто, спасибо. Благословение, теперь эта карта... Ну, фишка принадлежит нам. Ух ты! Всякий раз, когда игрок потребляет пищу, он получает вдвое больше очков здоровья. Неплохо, нам не надо пока, но неплохо. Это круто. Так, чё, давай-ка вот сюда... Побег вглубь лес. Это то есть уход с карты, да? Нет, обратно я не хочу пока. Я хочу полазить. Мне деньги нужны. Охота на крыс? Ну хотя бы, может, сейчас на крысах подзаработаем, посмотрим. Карта монстров 6. Нормально. Разберемся. Я думаю, даже если нас поранят, это может быть даже неплохо, потому что мы будем лечиться за счет еды. Слушай, надо, чтобы нас поранили. Давайте, бейте меня. Давайте, бейте. Так, фокусу, пусть меня бьет. Меня будут бить сегодня, нет? Так, а давайте, да, снесем себе там процентов 70 хп. Ну, то есть 30. Ну? Так, вот, все. Достаточно, я думаю. А за счет еды мы будем лечиться, и когда мы будем лечиться, соответственно, мы будем за это деньги получать. Здорово. Лучников этих, дальников надо зафокусить. Да ё-моё. Что-то слишком много он мне посносил хп. 55 хп снес, потому что я не обратил внимания, что он мне кидает. Это не очень хорошо, но мы сейчас будем лечиться за счет того, что каждый ход будем делать. Да? Давай вот сюда. Вот, денежку. Обратно. Вот сюда. Шикарно. 2 раза больше хп восстанавливаем. Сюда. О!
Ну, мы не будем, мы проходим мимо. Так, тут что у нас? Игрок. Интересно, что он делает. Выберите следующую карту. То есть он ничего не сделал. И благословение. Если мы поделимся едой... Every game must have both winners and losers. Да не потеряет игра свой смысл. Дать жрецу еды. 5 еды. Ну ладно, давай. И 50% снова. Ну что ж, я надеюсь, что он не дебафнет меня. Твою мать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж я сделал? Карта благословения. Искатель сокровищ. Выбирает. Это число увеличивается на 1. Ну, это лучше, чем... Ну ладно, блин. Ну мы бы, да. Я мог выбрать. Глупо поступил, ладно. Так, и сюда. Все, уходим туда с карты. Work your way through the woods and see what lies beyond. Ну, можно будет на следующей таверне продать. Получается, 10 голды будет, можно будет продать и кольцо. Согласиться. Ну, давай. Переговоры, часть вторая. Куда? Сюда. Ясно. Пошли сразу туда. Сундук с сокровищами. Халявка. Подойти к сундуку. 50%. Посмотрим, даст ли нам что-нибудь сундук. У нас есть две попытки. И я выбираю тебя. Провал, нет, тяну заново. И вот этот. Снова тусует. Вот эту. Успех, шикарно. Очень хорошо. Сундук. Попытаться открыть его, конечно же. Вот 75% есть удачи, что я его открою. И мы, тусуя. Успех, подтвердить, конечно же. Да. 4 карты добычи. Это 10 голды. Восхитительно. Это еще 15 голды. Еще лучше. Это 25 голды. Это просто невероятно. И одна выбор снаряжения. Одно на выбор снаряжения. Так, так, путь духов. Ну вот, это отрава. Это я не помню, что она делает во время боя. Нажмите 2, чтобы обратить к духу. Урон до вашей следующей атаки. Ага. Ну... А шлем? Что шлем делает? У нас уже шлем вроде бы есть, да? А, на лестнице. Нет, давайте лучше добав. Он хоть и будет у нас долгим, но тем не менее. Так, вот сюда. Переговоры. И переговоры нам несут что? Две карты. Одна карта монстра. Усиленный человек. Два человека будет у нас сейчас усиленных. Ну что, подеремся? Я не против. Это другие против, я-то не. Так, все, я добил его. Он не успел контратаковать. Даже ничего не успел сделать. Надо продавать кольцо. Быстренько надо торговца мне. Было бы очень здорово. Итак, что ты мне скажешь? Выиграл этот раунд. И переговоры, вторая часть, уходит вот сюда. Ясненько. Блин, у нас еды нету. И это не очень хорошо. Переговоры, вторая часть. Our hero needs sustenance badly. Карта, две карты монстров. Это человек, чешуя и чешуя. Ага, смотри, у нас два рептилоида сейчас пойдут. Ну, четыре рептилоида, грубо говоря, да? Обычные, простые, не усиленные. Ну, куда нам еще усиленные? Нам хотя бы понять, как эти работают. Они еще и плюются. Это не очень хорошо. Так, я смотрю, они там ранятся очень хорошо в этих штуках. Ух, я не успел уйти. Это, конечно, нехорошо. Так, уходим. А, сам поранился. Тихо. Так, есть. Тихо, уходим.
этого добили? Нет, почти все. Так, что вы там? Да, ё-моё, сам подставился. Покусим одного. Так, под ядом. Не успел. Так, есть, еще. И бьем. Ну, 40 хп. Все, добили. Шикарно. Блин, это было сильно. Это было сильно, и нам нормально так хп. Так, то, что я стою на шипах, ничего, да? Нормально так хп нам потратили. Я выполнил. Дайте мне, пожалуйста, добычу. Еда, здоровье 10. Нет, неинтересно. Лучше еда одна. Зачем мне одна? Мне больше надо, твою мать. И снаряжение, ледяная броня. Да, одеваю, конечно же. Мне еда надо. Мне надо еда, и я, честно говоря, не знаю, у меня 3 еды осталось. И это валет чешуи. Now, a fight for the ages. I expect greatness. Это хреново, ребят. Это боссик, да? Это, кажется, боссик. Я не помню. 4 еще чешуи. Это, кажется, боссик. Мы, если его убьем, то будет круто. Но, блин, 80 хп. Это тяжело. Это тяжело, блин. Жалко, нам не попался торговец. Мы его так и не продали. Свою штуку. Обойся. Ох, я не успел. Это было больно, это было сильно. Сильные противники, очень, так сказать, напыщенные и бронированные. Так, уходим. Отравляем оружие и мочим. Ой, уходим. Сейчас они своего же начнут. Так. Отравляем. Ой, уходим. Вот этого. Вперед. Зараза ты такая. Снова отравляем оружие и... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, 50 хп. Так. Хорошо, он еще своих мочит нормально, так, когда бьет. Ой-ой-ой, уходим. Так, хорошо, 50 хп, еще есть шанс. Так, есть, все, добили. У-у-у! Мы прошли, учитывая даже то, что мало было шансов. Правда, вот серьезно, потому что, блин... Считаю, неполное хп было, и я не достиг того, чего хотел. Я хотел продать это кольцо, и у нас бы было бы плюс, получается, 10 хп, да? Это прикольно, это вкусно. Я получил скипетр, это добыча снаряжения, добавочное снаряжение. То есть это все надо улучшать, но я не понимаю, это надо будет разобраться с этими штуками. Это улучшается на раунд или навсегда? Позже этим воспользуемся, если что. Может, даже под самый конец. Почему бы нет? Так даже интересней. Ну что ж, в этом раунде мы выиграли всего лишь 2 фишки, потому что мы очень много смотри пропустили в этом раунде. Ну, так, повезло нам, может быть. Не повезло, я даже не знаю, как это... даже не 2 фишки больше. Это 2 фишки под конец. Итак, эта фишка нам дает новое событие. Это, получается, кровавый аукцион. Ну, возможно, за счет чего-то мы будем что-то получать. За счет хпшки, к примеру. Новое снаряжение. А, это новая халявка. 10 голды за благословение. Прикольно. И боевой клич. Это что-то на 5 раз юзабельно. Возможно, усиляет меня. Так, что это дает фишечка у нас? Эта фишечка дает нам демона. Демон-купец. Интересно. Может, за счет хп он дает деньги. Я не знаю, честно. И 30 голды просто огромный куш.
что дальше фишечка дает нам? Это Дама Червей. Новый боссик Дама Червей. Посмотрим, что она из себя представляет. Это, ну, Дама Червей — это человек. Это понятно, что будет человек, но сильно не человек, скорее всего. Так, новая сильная булава. Кузница священная. Возможно, мы там что-то можем приобретать. И неубираемая ритуал тьмы. Карта ритуала тьмы. Возможно, что-то типа, как ритуальные были у нас в самом начале. Карты бич нежити, которые, ну, видно, очень сильно наносят по нежити сильный урон. Ну, хотя он выглядит, наоборот, как оскверненный какой-то клинок. И рога Херна. Окей, я ничего не хочу говорить по этому поводу, но мы, тем не менее, довольно быстро прошли. Это нам чисто реально сильно повезло. Ну что ж, ребят, почему-то, смотри, вот эти задние фоны, они изменились. Я не знаю, чем это связано, но раньше они как-то выглядели по-другому. Скелеты были, а сейчас же они выглядят как обычные какие-то. А, это рептилоиды, смотри, да, это вот эти, кстати, бронированные рептилоиды. Ну что ж, люди-ящеры повержены, по крайней мере, в шестом данжоне, я не знаю, как-то так сказать-то. Но мы прошли ровно половину. Остается еще половина, и посмотрим, к чему это нас приведет. Если вам понравилось, конечно же, ставьте лайки, пишите комментарии и... Не забывайте советовать этот канал друзьям и делиться этим видеороликом в соцсетях. Всем удачи, до скорого и не унывайте.